Всем привет, друзья, передача «До 17 и старше». Сегодня мы находимся на премии «Мода Топикал». И сегодня вас ждет интервью с яркими звездами шоу-бизнеса. Не переключайтесь, будет интересно. С вами я, Тамерлан Валиев. Поехали. Ну что, друзья, вот и Валя Карнала. Сейчас мы спросим у нее вопросы, которые нам задали телезрители. Мне кажется, когда артисты говорят, что вот, мне ничего не получается, да это потому что, мне кажется, ты один день потратил на это, и все, и пошел дальше заниматься своими делами. А когда ты тратишь полгода на написание текста, согласование музыки, вот, допустим, трек «Ромашки», который у меня есть, я полгода согласовывала каждую ноту, то есть все, что в этом треке есть. И поэтому так долго. Тебе нравится вечер? На самом деле, очень грандиозная премия. Сегодня, кстати, здесь пела моя любимая певица Мари Краймбери. Я ее обожаю. Чудесные эмоции, чудесные артисты, прекрасные номинации. И сегодня очень рада быть здесь. Поздравь номинантов. Я всех поздравляю. Все чудесные. Все, кто сегодня выступал, это было феерично. Прекрасно. Спасибо. Ну а сейчас за моей спиной выступит Мария Краймбери. Внимание на экран. Сегодня такая плохая девочка-ковбойша. Я сама придумала этот образ, мне очень нравится. Сама клеила стразы, вот эти вот, посмотри. У меня была депрессия, когда у меня депрессия, я клею стразы. Юбка от моей подруги Лины Дзембиковой. Жакет тоже российский дизайнер. Сумочка Dior. Туфли Zara. Дизайнеров 12 Stories, это какая-то новогодняя капсула, на самом деле лежит у меня достаточно давно, а вот вспомнила про него, решила надеть. Получать награды всегда приятно, не могу сказать, что это глобально что-то меняет в жизни артиста, просто тешит самолюбие, а артисты, надо сказать, все люди в этом плане завышенной. А мечта – мир во всем мире. Мой образ, значит, кофточка – это Господь. Томми Хилфигер. Цену нужно говорить? Я думаю, нет, слава богу. Значит, водолазка. Не помню, откуда, но, короче, обычная базовая черная водолазка, мне кажется, она должна быть в гардеробе у каждого человека. Классические черные штаны, мои любимые, я в них и выступаю, и на мероприятия хожу, и вообще, что я только не делаю. Ну и кроссовки, Adidas, тоже очень удобные, у меня их несколько цветов, с удовольствием ношу. Ничего особенного, никакого люкса сегодня. Вот. Вот этот образ я подобрал сам. Мне кажется, видно, что это я подобрал. Стилист есть, но сегодня мне захотелось одеться
одеваться как-нибудь по-домашнему, чтобы был какой-нибудь кардиганчик, чтобы было уютно. А как ты считаешь? Мне кажется, это две такие составляющие, которые друг от друга не живут. Лично для меня, ну для какого-то исполнителя может быть важно, чтобы это качало, чтобы это разносило танцпол, но для меня важно, чтобы человек понимал, о чем песня, чтобы он чувствовал то, что я хочу донести до этого человека. Потому что кто-то любит получать премии, кому-то важно, чтобы его оценили со стороны, кому-то это все равно, кому-то важно, чтобы действительно люди приходили на концерты, любили человека, там были подписаны в социальных сетях, поэтому все зависит от того, у кого насколько раздуто эго и у кого больше к себе какого-то нарциссизма, что ли. Поэтому все в зависимости от человека. Сегодня не награда достанется не вам, это ни о чем не говорит. Это значит, что нужно дальше двигаться, стремиться, развиваться. Вот. А кто получит награду, не расслабляться, потому что время сейчас очень быстрое, тренды быстро меняются, поэтому будьте в тренде. Ну что, друзья, до новых встреч в эфире. А с вами был я, Тамерлан Валиев. До новых встреч.